McAlpine and company are proud to be a recognized leading manufacturer. Гордится тем, что является лидером в производстве сантехнической продукции и старается поддерживать свою репутацию и выпускать на рынок инновационные изделия, которые отвечают требованиям рынка и покупателей. Продукция компании McAlpine распространяется через официальных дистрибьюторов, специализированные магазины, агентов и производителей снежного оборудования. Компания McAlpine предлагает широкий ассортимент продукции высочайшего качества и экспортирует свои изделия в десятки стран по всему миру, а на территории Великобритании занимает доминирующее положение на рынке. Компания McAlpine базируется в центральной части Шотландии, где на 7 предприятиях работает около 1000 человек. На фабриках McAlpine продукция производится с использованием пресс-форм для литья под давлением, выдувных и вращательных пресс-форм, а также экструдеров. Система автоматизированной вакуумной продувки индивидуальной подачи сырья используется во всех станках McAlpine. В производстве используются такие материалы, как полипропилен, акрилонитриловый стерольный бутадиен, полиэтилен, поливинилхлорид, стирол, поликарбонат, различные синтетические пластики и термопластичные эластомеры. Все эти материалы используются для производства 16 тысяч деталей, большая часть из которых востребованы на собственных фабриках, а другая часть поставляется смежным производителям. Компания McAlpine является крупнейшим производителем изделий из пластика, владеет более чем 150 станками для литья под давлением. Круглосуточное производство позволяет McAlpine выполнять пожелания заказчиков и удерживать лидирующие позиции в этой отрасли. В настоящее время в ассортимент продукции входят трапы для душевых кабин, напольные трапы, фановые трубы, вентиляционные клапана, кондиционные трубы и фитинги. Компания McAlpine основана более 100 лет назад морским инженером господином Джеймсом McAlpine. Дело переняли его сыновья Джимми McAlpine-младший и Кей McAlpine. Сегодня их дети продолжают управлять компанией. Компания McAlpine производила сифоны из литьевого свинца, но в 1956 году первым из британских производителей приняло решение перейти на пластиковые материалы. Компания ежегодно вкладывает значительные средства в оборудование и пресс-форм. Это позволяет компании McAlpine держать полный запас пресс-форм на каждой фабрике, что позволяет оперативно перепрофилировать производство и снижает сроки изготовления заказов. Философией компании является разработка и производство конкурентоспособных товаров наивысшего качества. Технический отдел компании, учитывая пожелания покупателей, постоянно совершенствует и создает новые изделия. Этот полностью автоматизированный участок производит и тестирует душевые трапы. Здесь одновременно производятся две детали, которые автоматически подгоняются и соединяются круговой спайкой, а затем проходят тестирование для обеспечения требуемого качества. Процесс производства крупных по размеру заказов полностью автоматизирован, тогда как небольшие заказы осуществляются методом групповой обработки, что позволяет выполнить сложную сборку с полуавтоматическим способом. These can include customer-specific items. Компания McAlpine обладает большим спектром экструзионных машин, такими как это, для производства 110-мм гибкой фановой трубы. Такие станки производят пластиковые трубы различных длин, диаметров, с жесткими или гибкими стенками различной толщины. Эти машины могут производить более 58 километров труб в день. Вся продукция проходит жесткое тестирование для обеспечения высокого качества продукции, которое ассоциируется с именем McAlpine. Этот компрессионный тест гибкой фановой трубы с фитингом, произведенный литьем под давлением, в лаборатории качества компании McAlpine. Изделия проходят подобный контроль на каждой стадии производства, что позволяет компании неизменно поставлять клиентам продукцию только отличного качества. Для наших клиентов ключевые позиции, которые занимает компания McAlpine в мире сантехнической продукции, являются неоспоримыми. После того, как продукция была произведена, собрана и проверена, она пакуется.
Можно позавидовать лояльности сотрудников компании McAlpine. В компании практически отсутствует текучесть кадров, что положительно сказывается на бизнесе. Персонал отличается высокой подготовкой и квалификацией. Компания McAlpine использует специальную систему компьютерного управления производством. Система обеспечивает детальной информацией весь производственный персонал, а также предоставляет оперативные данные всем отделам. Компания McAlpine внедрила новейшую систему дистанционного сканирования баркодов. Она включает в себя баркоды с двухмерной символикой. Эта система позволяет хранить значительно больше информации о товаре. После того, как продукция упакована и закодирована, она отправляется в более чем 70 стран по всему миру. В основные рынки компании входят такие страны, как Великобритания, США, Россия, Польша, Германия, Голландия, Австралия, Франция и Италия. Компания McAlpine продолжает развивать отношения с уже существующими партнерами и планируют наладить новые контакты. Компания McAlpine прилагает усилия в поддержании и улучшении качества продукции и сервиса, которые она предоставляла на протяжении всей своей истории. Компания McAlpine оставила значительную отметку в истории сантехнической продукции во всем мире, с тех самых пор, когда компания первая в Британии стала производить пластиковые сифоны. Она и сегодня продолжает первой выходить на рынок с новой продукцией. Компания McAlpine продолжает продвигаться вперед с новыми разработками и технологиями, адаптируясь к изменяющимся условиям рынка. По этой причине компания McAlpine будет продолжать оставаться лидером в производстве сантехнической продукции в мире.